Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 3 февраля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Максима. Это имя имеет латинское происхождение и переводится как «величайший». Небесным покровителем его является преподобный Максим Грек. Этот святой жил в 15 веке. Был он молодым ученым и иноком Афонского монастыря, которого сам патриарх Константинопольский отправил в Москву для перевода греческой рукописи. Максим выучил славянский язык, растолковал и перевел десятки духовных писаний и богослужебных книг. Проживая на Руси, преподобный очень скоро понял несправедливость русской жизни. Он всегда пытался указать верный путь. И вот однажды великий князь московский Василий III решил расторгнуть брак со своей супругой, потому что она не подарила ему наследников. Не побоявшись, преподобный Максим попытался вразумить князя. Только не простил Василий III такой дерзости и заточил праведника в сырой темнице. Обвинили преподобного в неточности перевода с целью порчи церковных книг. Так взаперти он провел почти 30 лет. Однажды в темнице ему явился ангел и сказал ему: «Терпи, старец, этими страданиями ты избавишься вечных мук». Но дождался все-таки преподобный своего освобождения, возвратившись в мир уже 70-летним старцем. И последние годы посвятил он переводу книги псалмов на славянский язык. Прожив долгую жизнь, преподобный Максим предал свою душу Господу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Евгения и Валериана, а также Агнию, Анну, Анастасию и Илью. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!